Привет, дорогие друзья! Очередное видео о проекте Project Hive. Сегодня расскажу вам о стейкинге NFT. Что такое стейкинг NFT? После того, как вы приобретаете NFT проекта Project Hive, сейчас покажу свою NFT-шку, открою Twitter. Вот я делал об этом пост, приобрел NFT. Также апгрейдил ее до 3D, теперь она вот такая красивая. Но проект Project Hive платит за стейкинг NFT. И как же происходит он? Давайте рассмотрим это. Все NFT-шки делятся на категории от бедной до артефакта, которые дают разное количество токенов в день в зависимости от редкости. Самая простая NFT-пур, как у меня, дает 13 токенов в день. А артефакт целых 163. Приобретаются NFT на площадке Magic Eden. Стейкинг закончится через 88 дней. И давайте рассмотрим дальше. Что нам нужно делать, чтобы застейкать наши NFT? Ответ простой, что по факту ничего. Нужно всего лишь их купить. Держать нужно NFT на своем кошельке. И далее просто заходить на сайт и проверять, какое количество монет вам упало. Вот здесь у них есть такой раздел Participants, то есть участники. Здесь можно найти свой кошелек и посмотреть, сколько уже накапало монеты GT. Вот у человека, к примеру, 66 аватаров, и ему уже выплатили очень много на самом деле. Можно вбить мой кошелек и посмотреть. У меня есть одна аватарка. Так как я купил NFT вчера, то я на данный момент заработал всего 13 токенов. Но вопрос времени. Очень приятный бонус от команды. Мало того, что мы получаем крутую NFT-шку, так мы можем еще и получать монеты просто так. О преимуществах NFT я записывал видео в своем прошлом ролике. И давайте разберем некоторые моменты. Вознаграждения станут доступны в конце периода стейкинга, то есть 15 декабря. Вознаграждения начисляются ежедневно, это мы можем увидеть на сайте. Проценты начинают генерироваться в кошельке пользователя на следующий день после того, как он получает NFT в свой кошелек. Все начисленные проценты останутся привязанными к кошельку пользователя после того, как он потеряет NFT. Пользователь не потеряет то, что было сгенерировано до этого. Как только пользователи потеряют NFT, он не получит проценты, начиная со следующего дня. То есть NFT при желании можно спокойно продать, и то, что вы заработали за этот период, останется у вас. Если пользователь потеряет один или более NFT в течение дня, но все еще держит остальные, он получит вознаграждение за те NFT, которые остались в его кошельке. Награда зависит от качества и количества NFT в кошельке пользователя. Разрешено хранение нескольких NFT и вознаграждение, генерируемые за каждый NFT в кошельке пользователя. То есть больше NFT, больше награды. Случайные снимки происходят ежедневно. Один в начале, один в конце, а также случайные меняются каждый день. Поэтому мы следим за тем, чтобы пользователи действительно держали NFT весь день, а не пытались как-то обхитрить систему, да? То есть вот такая вот крутая тема от проекта Project Hive. Присоединяйтесь к проекту и до новых встреч.